не согласовав с нами, не спросив ничего, строят вреднейшее промышленное производство в виде огромного тепличного хозяйства. Площадь этого всего участка примерно 9 гектаров. Это проблема не нашего поселка одного, это проблема Криворожья. Защитите, пожалуйста, нас, мы вас просим. Понятно, что организация не пришла, и нам сказать нечего. Они галочки якобы они проводили общественные слушания. Ну якобы оно сьогодні не провелось. Я вам даю офіційну реєстрацію. В зв'язку з тим, що ми явились самі, не предоставили материалу. Остановите, ви як власть, остановите, пожалуйста, незаконне строительство. Ну ви знаєте, що не може, є повноваження сільського голови і зупинить будівництво. Ну тоді обратитесь, пожалуйста, ми обращаємося в органи. І ви, пожалуйста, зверніть. Ну так ви бачите, ви зверталися в всі органи. І всі зупиняються. Сільський голова зупинить будівництво, якщо прокуратура не може. Ну вибачте, я теж без сила. Прийти і зупинитися. Це не те, що я сидю і мовчу, і нічого не роблю. І таке враження, ви говорите, що ви там задіяні. Я ніяким боком туди не задіяна. Повірте мені. Разные информации ходят. Одни говорят 50, а вот сегодня я вот на собрании услышал информацию около 90. 90 теплиц, да. Ну то есть, на самом деле, мы же проекта не видели до сих пор, поэтому мы не можем ни о чем говорить. Застройщик строится уже 3 года, ну 2,5 фактически, а проекта до сих пор нет. Я так вважаю, что треба еще глава администрации, чтобы... Это его повноважение. Эта земельная ділянка належит Кривицькій районній державній адміністрації Держкомзем. Тобто вони повноваження їхні керувати на цій території. Зверталися. Відповіді в них немає. Так думаю, що ви повинні були звертатися туди. Ні одної відповіді від Кривицької районної державної адміністрації немає. Ми зверталися вже не в один орган, і в міліцію, і в прокуратуру, Державну архітектурно-будівельну інспекцію, органи влади, в Генеральну прокуратуру писали. Але якщо побачите все порушено, будівництво продовжується, навіть не зупинається. Не те, що не маючи жодного довіреного документу. От я криворожцям всім обращаюсь. Посмотрите ріка. От вона ріка Саксагань. Буквально через 3 года ця ріка пропаде абсолютно, тому що токсини, нейротоксини, по нормам, їхнім же нормам, вони повинні свої огурці удобрять 30-40 грамами на квадратний метр. А теперь 60 теплиц, я условно говорю, умножьте на квадратные метры, вы получите в неделю около 10 тонн удобрений, пестицидов. И все это без дренажа вот этих теплиц, которые они не показывают, не строят. Все уйдет в Саксагань. Это проблема не нашего поселка одного, это проблема Криворожья. По-моему, то, что деньги в нашем государстве, в сегодняшней нашей жизни, решают все. Тот, кто имеет власть, тот... имеет вседозволенность, к нашему огромному превеликому сожалению. Мы уже изучили все СНИПы, мы изучили всю техническую документацию, мы написали десятки писем, мы обращаемся во все возможные инстанции, но, увы, правоохранительные органы не реагируют, городские власти не реагируют, к сожалению. Сейчас по данному факту возбуждено 2 уголовных дела. Это по 239 статье Уголовного кодекса Украины, это заблуждение и обсувание земель, а также по 246 статье Уголовного кодекса, это незаконно порубка деревины, какая была происходила вот тут вдоль этой дороги и происходила под руководством представителя застройщика. Будем делать все возможные усилия применять в этом, о том, чтобы добиться желаемого результата. Надеемся, в будущем нам все-таки дадут проект и состоится слушание, как это предусматривает действующее законодательство.